Менталитет. От латинского «ум», «образ мыслей» или «душевный склад». Общие психические свойства, которые определяются образом жизни, мышлением и нравственностью. Зачастую, когда мы рассуждаем на тему величия баскетболистов в самых жарких спорах при прочих равных игровых параметрах, на помощь в определении самых лучших приходит именно этот. Если звезда не может вывести в самый ответственный момент, промахивается, ошибается и проигрывает, фанаты лепят на него клеймо ментально слабого человека или неудачника и исключают из дебатов в том или ином баскетбольном рейтинге. Но я бы хотел рассказать вам о другом, более объемном понимании данного понятия в баскетбольной среде где и сделать это на примере своего любимого баскетболиста у мира и человека, чье отношение к делу, чье усердие и тот самый менталитет сделали из него настоящую икону спорта. И нет, далеко не потому, что он всегда оказывался победителем в ключевые моменты матчей, чемпионатов, финальных серий. Отнюдь нет. Менталитет Коби Брайанта или как его принято называть Мамба Менталити, это не просто уверенность в своей победе, в своем превосходстве и итоговом позитивном результате. Это лишь четкое представление о том, какой цели ты хочешь достигнуть и что готов отдать ради того, чтобы это сделать. Путь черной мамбы не был идеальным. За свою карьеру он промазал множество бросков, включая те, что были совершены на самых важных отрезках сезона. Он проиграл множество матчей, не выходил в плей-офф, попадал в различные передряги. Но именно это и было так называемым топливом для того самого мамба менталити. Неудачи. Вот что делали атакующего защитника Лос-Анджелес Лейкерс сильнее на пути становления великим. Это особый путь, путь рефлексии, принятия ситуации и последовательной работы над самим собой. Тот путь, когда наличие определенного таланта недостаточно, когда тренировки становятся инструментом, а поражения лишь добавляют мотивации. Я уже говорил, что пилить выпуск про Коби Брайанта для меня морально непросто, однако рано или поздно я созрею и для того, чтобы подготовить о моем кумире полноценный исторический выпуск. Сегодня мне бы хотелось начать с малого, но при этом очень важного для меня. Мне хочется показать вам, почему именно Коби стал моим проводником в мир баскетбола. И самое главное, почему его не стоит рассматривать только с точки зрения циферок статистики, индивидуальных наград и прочих, очень важных без спору, но не всегда определяющих вещей. В этом выпуске я собрал некоторые особенно интересные для меня моменты мамбо-менталити, которые возникали на протяжении всей карьеры Брайанта. Это лишь малый процент подобных историй, но нужно с чего-то начать. Надеюсь, что вам зайдет подобный формат. Всем большой привет, дорогие зрители моего канала. Меня по-прежнему зовут Павел, и прежде чем погрузиться в данный выпуск, я бы хотел попросить вас о небольшой поддержке в виде лайка и подписки на канал. Буду благодарен, если сможем пробить тысячу больших пальцев вверх. А теперь давайте смотреть. Но прежде чем мы начнем, хотел бы посоветовать вам проверенный мультибрендовый магазин Сергеев Store, в котором вы можете приобрести крутые оригинальные кроссы, одежду и аксессуары по достойным ценам. На фоне остальных магазинов они выделяются огромным ассортиментом товара, в том числе и под заказ, наличием офлайн магазинов в центре Москвы, собственной парковкой, отзывчивым персоналом и ежедневной доставкой по всей нашей необъятной. Более 10 тысяч отзывов от довольных клиентов, постоянные акции, скидки и даже программа лояльности. С ребятами я сотрудничаю уже очень давно, это видно по каналу, своей репутации они дорожат, поэтому доверяю им как себе. Ссылки на официальный сайт и телеграм я как обычно оставляю в описании, а если при заказе укажете мой промокод оранжевый мяч, то получите приятный бонус. Хороших покупок, теперь возвращаемся к ролику. Начнем, пожалуй, издалека, с самого начала пути нашего героя в Лос-Анджелес Лейкерс. Будучи совсем еще юным баскетболистом, Коби посчастливилось поучаствовать в своем первом розыгрыше плей-офф. Это был его дебютный чемпионат, большую часть которого он провел на скамейке, но вот в постсезоне свои шансы он получил. Во втором раунде в игре, которая могла стать для Лейкерс последней, в серии против Юты, Джаз, Карла Мелоуна и Джона Стоктона, Коби четырежды отправлял мяч в сторону корзин, и раз за разом, один за другим, эти попытки превращались в так называемые эйрболы, то бишь мячи, которые не попадали даже в душку кольца. Несмотря на каждый следующий эйрбол, он не останавливался и по словам игроков той команды, включая Шака, их реакция с примерной, что он черт возьми творит, переросла в итоговую блин. А у него все-таки есть яйца, если он продолжает делать это, несмотря ни на что. В тот момент даже Шак впервые по-настоящему зауважал неокрепшего юнца и первым делом принялся успокаивать его после поражения. 18-летний товарищ по команде промазал 6 бросков с трешки в том матче, но данный провал стал первым шагом на пути к величию. Именно тогда фанаты познакомились с зародышем того самого менталитета мамбы. Уже на старте карьеры Брайан понял, что без упорной работы над собой он не сможет стать лучшим. Не сможет бороться с другими крутыми игроками и выигрывать чемпионские титулы. В то время и начала проявляться его маниакальная натура, готовая тренироваться до потери пульса. Все мы знаем про знаменитые тысячу бросков, которыми Коби завершал каждую свою тренировку. Про индивидуальную работу до общекомандных тренировок с партнерами по Лейкерс, про занятия в зале с 5, а то есть 4 утра и других интересных фактах вы тоже знаете. Я же приведу пример абсолютного апогея данного помешательства. Как-то раз Коби решил совершить 60-километровую разминку на велосипеде перед основной тренировкой в Лас-Вегасе. Да-да, такая вот легонькая разминочка перед основной работой. Многие бы не поверили, если бы не личные тренеры Мамбы, включая Тима Гровера, который отправился на эту авантюру вместе с ним на ночь, глядя. По словам Гровера, свой велопробег они закончили около двух часов ночи, но уже к 7 утра встретились в спортзале для начала основной части тренировочной программы. Довольно забавная и в то же время удивительная история. Коби полагал, что только изнуряя свое тело и разум на тренировках, в попытках прийти к лучшей версии самого себя, он может претендовать на статус главного альфа-самца лиги. Он демонстрировал это не раз и в играх, как например в матче регулярного чемпионата против Портленда 14 апреля 2004 года, поединки от результата которого зависело место посева Лейкерс плей-офф. По факту он ничего такого глобального не решал. Он решал только то, с кем Пурпурно-Золотые встретятся в первом раунде. Но Брайант идеалист. Он считал, что дело может быть законченным только тогда, когда ты прилагаешь максимум своих усилий. Он вышел на эту игру с одной целью забрать победу любыми средствами. И матч получился крайне напряженным. Качельная игра, в которой никто не хотел проигрывать. За 8 секунд до конца четвертой четверти Пурпурно-Золотые уступали 3 очка. И именно черная мамба, которая уже давно метила на статус главной альфа в команде, взяла игру на себя. Он не смог обыграть защитника. Портленда, поэтому решил забить трешку прямо через него. Потрясающий базар, который даже сейчас вызывает на моих руках мурашки. Как он вообще такое попал, я до сих пор этого не понимаю. И это еще не все. Портленд не собирался сдаваться, и борьба в первом овертайме также закончилась равным счетом. Во втором, игроки Рип Сити, выступающие перед своими болельщиками в родных стенах, практически забрали игру. И за секунду до конца вели со счетом 104-102. Какая-то жалкая секунда, но для Коби, уверенного в себе, и этого было вполне достаточно. Он получил мяч и за доли секунды отправил его в кольцо, оформляя второй базар в одном поединке. Только теперь не на равенство, а на победу. Великая ночь великого баскетболиста. Похожая ситуация случилась с двумя годами позднее, в четвертом матче серии против Феникса, MVP NBA Стива Нэша. Стоит сказать, что в том году Коби был в целом потрясающим. По сезону он набирал около 35,5 очков в среднем за встречу и был одним из претендентов на титул МВП. Несмотря на скоринг-результаты и тот факт, что он все-таки вывел в плей-офф команду с такими партнерами, как Смуш Паркер, Крис Мимк, Ваме Браун и Брайан Кук, индивидуальная награда досталась Нэшу, чья команда была объективно сильнее. В плей-офф они встретились в первом раунде, и пурпурно-золотые неожиданно повели в счете. А в четвертом матче именно Коби Брайант увеличил этот отрыв своим сумасшедшим гейм тем самым подарив праздник фанатам, находившимся в тот момент на трибунах. Крутейший момент, спору нет, но правда заключается в том, что серию в конечном счете заберет именно Феникс, а Брайант в очередной раз после ухода Шака останется ни с чем. Это поражение станет очередным ментальным уроком для Мамбы, его мотивацией и поводом для продолжения усердной работы. Он еще больше повзрослеет, начнет относиться к игре более философски, хотя казалось бы, куда еще, без бупендрежа, профессионально и ментально зрело. После того, как Лейкерс поведут в серии финала НБА 2009 года против Орландо Мэджик, интервьюер задаст Кобе вопрос касательно того, почему же он такой хмурый и серьезный. У пурпурно-золотых же все хорошо, есть повод для радости. На что Брайант отвечает, а что, разве работа уже завершена? Я так не считаю, работа не завершена, намекая на то, что серия не закончена и для победы необходимо еще аж две игры. Один из моих любимых внеигровых моментов Скоби, которые о нем говорят очень многое. Помимо конкретно баскетбольных ситуаций, Коби никогда не боялся отдать себя и свое здоровье ради того, чтобы его команда оказалась на вершине и во внеигровых историях. Максималист, чье отношение к делу в конечном счете и погубило его здоровье. Сам Брайан говорил так, какого черта я должен отдыхать, филонить или чего-то бояться, если в зале может находиться болельщик, который несколько месяцев копил на билет, чтобы увидеть мою игру. В этом был весь Брайан. Он не боялся контакта, не боялся пропустить удар, чего только стоит легендарные история, момент со вбрасыванием меча из аута от Мэтта Барнса, который явно хотел напугать его, но что-то пошло не так. Или случай с Дуэйном Уэйдом на матче всех звезд 2012 года, когда Флэш в безобидной ситуации зарядил черный мамби по носу и попросту сломал его. Вместо хейта и агрессии все, что он получил в ответ, это фразу: Мне нравится это бро, молодец. А уже через пару дней в поединке регулярного чемпионата Коби вынес Майами Дуэйна Уэйда, Леброна Джеймса и Криса Боша, играя при этом в защитной маске. Ну и самый известный случай самопожертвования это конечно же штрафные броски Коби с травмой, которая по сути и закончила его праймовый этап карьеры. В сезоне 2012-2013 Брайан был очень хорош. 34-летний атакующий защитник набирал по 27 очков с процентами выше 45 по регулярному чемпионату. Входил в пятерку главных претендентов на титул MVP и тащил мертвый Лейкерс в плей-офф. В матче против ГСВ, победа в котором была особенно важна на этом пути, черная мамба не выдерживает физического перенапряжения и рвет охил. Несмотря на столь серьезную травму, он самостоятельно добирается до линии штрафных, попадает оба и только потом отправляется в раздевалку. Лейкерс по итогу выйдут в плей-офф, но там с Ховардом и Газолем ничего не смогут сделать против будущих финалистов из Сан-Антонио. Кто-то скажет, но если есть возможность получить травму, зачем рисковать? Если не идет игра, зачем бросать снова и снова? Для чего все это? Кому тут кто пытается что-то доказать? Подобные вопросы фанаты задавали Брайанту и в седьмом матче финальной серии против Бостона, в котором Коби на протяжении трех четвертей швырял кирпичи один за другим. То выступление Черной Мамбы принято считать провальным, и по факту с этим можно согласиться. Да только вот мало кто при этом вспоминает, что ту серию Коби проводил с травмой пальца бросковой руки, с которой многие игроки в нынешние времена вообще не вышли бы на паркет. А помимо этого в клатче самой игры за пять с половиной минут до конца поединка при равном счете 64-64 Брайан -64, сначала реализует штрафные, затем наберет еще 2 очка после сложного двухочкового джампера и позволит Лейкерс совершить рывок в 6 поинтов. Он также реализует штрафные в клатче за 25 секунд до конца поединка, позволив Пурпурно-Золотым оставить комфортный отрыв в счете от кельтов, на что даже трешка ронда повлиять особенно сильно никак не смогла. Да, он не попал огромное количество бросков в том матче, это правда. Но именно та менталка, которой по моему мнению обладал только Коби, позволила ему не опускать руки, продолжить борьбу, невзира на травмы, на то, что против него выступают лучшие игроки того времени с Пирсом, Гарнетом, Алином и Рондо, и на то, что у него попросту не идет игра, он все равно бросал и бросал, и в конечном счете попал то, что должен был попасть, будучи лидером Лос-Анджелеса. Для меня это и есть менталитет мамбы. Хотя вы можете шутить на эту тему сколько угодно, понимаю, что кто-то считает такой идиотизмом. Но поэтому Коби является пятикратным чемпионом НБА и одним из лучших игроков в истории. Именно благодаря своему отношению к делу, а многие всеми людьми. Любимые, уважаемые суперзвезды не забирали хотя бы даже одну серию плей-офф по своей карьере. Ну и как мы можем пройти мимо последнего матча Коби Брайанта? Поединок против Юта Джаз в сезоне 15-16, которые хейтеры пытались и пытаются посрамить всеми разными способами. Но блин, кому вообще какое дело? Брайант, переломанный травмами, с уже очень слабыми коленями, без той скорости, но с тем же огромным сердцем и желанием. Он совершит миллиард бросков в том матче, но именно за этим фанаты и пришли. Всем было плевать на красивую командную игру, на взаимодействие с партнерами, на оппозицию в лице джазменов. Все хотели шоу от Коби, его последний танец. Они это получили. Брайант, который всегда выкладывался одинаково, неважно, будь то регулярка, матч сборный, плей-офф или, блин, матч всех звезд, сделал это же в своем финальном забеге. Он забивал броски со средней дистанции, трешки, и помимо того, что сравнял счет в матче, вывел Лейкерс вперед и принес победу с 60 очками на своем счету. Это воспоминание, безусловно, одно из лучших в моей баскетбольной памяти. А после словия от Коби в концовке и финальная фраза «Мамба аут» заставляли расплакаться, как маленького ребенка. Легендарное завершение карьеры. И тут ничего не добавишь. Знаете, это лишь малая часть того, что я мог бы вам рассказать, возвращаясь к своим воспоминаниям, хроникам известным рассказом от партнеров и соперников Коби. Но думаю, что для начала хватит и подобного видео очерка того, что я понимаю под менталитетом Мамбы, менталитетом великого игрока НБА Коби Брайанта. Надеюсь, что вы хотя бы немножечко смогли прочувствовать, как много для меня значит эта история. И как важно не забывать о том, кто заставил меня полюбить баскетбол. На этом, наверное, все. Огромное спасибо, что досмотрели данный выпуск до самого конца. Надеюсь, что не заскучали. Если вы хотите получать больше новостей, обратной связи и контента от меня, подписывайтесь на наш телеграм, ссылка на который как всегда в закрепе или в виде QR-кода на ваших экранах. Там мы, к слову, будем смотреть матчи финальной серии, поэтому данная просьба особенно актуальна. Услышимся в новых выпусках, друзья, любите баскетбол. Всего вам самого доброго, ни в коем случае не болейте и до связи.